Слуцкие милиционеры не остались в стороне в битве за урожай. В текущем году несколько сотрудников Слуцкого РУВД взяли отпуск для участия в уборочной кампании. Так, старшина милиции Андрей Бакуменко уже около месяца трудится в хозяйстве Подлесье-2003 помощником комбайнера. Еще не прошел месяц, как мы уже приближаемся к намолоту в 1000 тонн. Несмотря на это, занимаем лидирующие позиции. Наш экипаж занимает лидирующие позиции по уборке зерновых культур. Нелегкую профессию Андрей Васильевич осваивает впервые. Трудится без выходных с 6 утра до 11 вечера. Напарник говорит, справляется, но работа очень ответственная. Справляется отлично, помогает во всем. Вот. Ну, немножко привыкает к комбайну уже. Все так. Что больше еще сказать? Стараемся, работаем. Работать тяжело, тяжело. Это комбайн, много механизмов, узлов всяких, ну, куда не нужно как бы лезть. Нужно знать, куда и что делать, как лучше. Своевременное обслуживание, проверка механизмов, устранение неполадок. Если вам вдруг показалось, что помощником комбайнера быть легко, то это еще не весь список обязанностей. Смотреть помощнику, где-то что-то и по сторонам посмотреть, чтобы с комбайном ничего не случилось. Пройтись за комбайном, посмотреть, чтобы меньше было потерь за комбайном. Вот, ну, доложить, конечно, старшему комбайнеру, чтобы вовремя остановиться, устранить неполадки. Старшина милиции и в рабочие будни, и в свой отпуск ответственно подходит к своему труду. В обычной жизни я работаю в Слуцком РОВД милиционер специализированного изолятора. Вот в основном отпуске решил помочь товарищу, побыть его помощником комбайнера, поубирать. Тяжело? Ну, поначалу было тяжело, техника большая, но освоил я быстро. Вот так уже нормально. Уборочная в надежных руках. Ждем рекордов.